Хочу показать, как я колю грецкие орехи, с помощью чего. Но это ножик любой, для того, чтобы нам скорлупу располовинить на две части. И вот такие бокорезы. Самые обычные, самые маленькие. Вот так у них сточен зуб, чтобы они были узенькие, тоненькие, и можно было удобно ими работать. Вот здесь два вида орехов. Вот один ребристый. На первый взгляд они одинаковые. А вот орех абсолютно круглый. И сейчас увидим, что они разные. Но сначала ребристый. Вставляем, разламываем на две части и раскалываем. Вот у нас четвертинки получаются. Вот они. Перегородочки достаем тоже отдельно, кто их собирает. И вот кусаем в нескольких местах. Все, вот у нас орешки. Теперь возьмем круглый, абсолютно. Вот они у нас, орешки, очень просто. Они немного отличаются по цвету. Первые были потемнее, круглые более светлые. На вкус они точно так же светлые, они более горчат больше, не знаю почему. Вот просто. Может быть, кому-то пригодится. Раньше, помню, в детстве их и кусали, и грызли, что ими только не делали, молотком долбили. А здесь только ножичек. И еще раз повторяю, вот мы надкусили его, все, он у нас распался.